Друзья, всем привет! Сегодня мы с Павлом на объекте в поселке Первом. Павел, привет! Сейчас мы расскажем, как монтируется косячка, она же обсада. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, подписчикам, как мы делаем окосячку. Сначала мы размечаем проем будущий, потом пропиливаем его. Готовый проем пропилим. Ребят, что, можно забирать туда? Да, забирайте, забирайте. Потом размечаем вертикальные линии, где будет пропиливаться ройка. Делаем 5-сантиметровую ройку. Туда же вставляем 5-сантиметровый шип о косячку. Вот она готова. Пожалуйста. Готовая пропиленная ройка. Далее идет изготовление окосячки. Ее потом установка. Миш, я, наверное, буду попозже. Да, вот мы. Приступаем к изготовлению окосячки. Сейчас будем ее прострагивать. Косяк готов, Т-образный. Да, Т-образный. Косяк готов. Можно примерить. Сейчас примерим его. В проем. Ставим роечку, да. Все, он на своем месте. Все это дело у нас будет обкладываться джутом. Все замечательно. Один косяк готов. Сейчас будем делать второй. И перейдем ко второму этажу. Все, всем спасибо.